детский канал «Мультиигрушки» представляет. Оу, привет, Бобби! Хороший денек сегодня. В нашем городе все спокойно. Здорово, Томми! Да, пожаров сегодня еще не было. Пошли в управление, я тебя чайком угощу. Здравствуйте! Наша стоянка платная. Стоимость одного парковочного места 2 рубля 30 копеек. Вот, мадам, возьмите денежку. Хорошего вам денечка. Пожалуйста, проезжайте. Ваше парковочное место номер 25. Спасибо, мадам. У вас отличная парковка для машин. Эй, мне надо срочно припарковать свой мотоцикл. Открывай шлагбаум. Молодой человек, наша стоянка рассчитана только для легковых автомобилей. И не надо мне грубить, пожалуйста. А у меня что, не машина? Подумаешь, всего два колеса. Ну и что? Открывайте, или я сам заеду. Нет, никуда вы не заедете. Это стоянка для автомобилей. И если вы сейчас не уедете, я вызову полицию. Мы еще посмотрим, кто тут главный. Сейчас я вам покажу, что значит нету места для мотоцикла. Вы меня еще долго будете вспоминать. Пожар! Пожар! Что же делать? Помогите кто-нибудь! Машины начинают гореть! Срочно вызываю пожарников! Бобби, Бобби! Поступил вызов! Горит парковочная стоянка для автомобилей! По машинам, Бобби! Помогите, помогите, пожар! Парень на зеленом мотоцикле поджег нашу стоянку.
Он поехал вон в ту сторону. Бобби, давай разделимся. Ты начинай тушить пожар, а я попробую догнать и остановить поджигателя. Хорошо, Томми, хорошо. Так и сделаем. Помоги мне только установить оборудование. Пожар слишком большой, надо срочно подгонять пожарную машину и тушить с большого шланга. Пожар уже совсем потушен. Осталось залить его пеной, и будет полный порядок. Зеленый мотоцикл, немедленно остановитесь! Пожар потушен. Фух, никто не пострадал. Томми, прием, прием, доложи обстановку. Бобби, прием! Нужна твоя помощь! Перекрой пожарной машиной пятую улицу, а я подожму поджигателя с другой стороны! А, помогите! Меня заносит! Эх ты, думал, все тебе с рук сойдет. Ты же мог людей погубить. Зачем ты так поступаешь? Запомни раз и навсегда, шутки с огнем до добра не доведут. Простите меня, я не думал, что огонь может так быстро охватить все машины. Теперь я понимаю, что с огнем шутить нельзя, и это очень опасно для жизни.